что ненавидит каждый знак зодиака. У каждого человека свой характер со своими сильными и слабыми сторонами. Одни люди нам симпатичны, а другие вызывают отвращение. Нас может раздражать всего одна черта характера в человеке, и это будет достаточно, чтобы мы старались избегать с ним встречи. Почему же так происходит? Все дело в звездах, а точнее в знаке зодиаки, представителем которого мы являемся. Давайте же выясним, что и кого раздражает в людях больше. Овен. Овны – прекрасные организаторы, поэтому они не любят тех, кто составляет за них жизненный план. А еще они терпеть не могут, навязчивость, я сам знаю, когда с тобой встретиться, не надо мне названивать. Неорганизованность, своей безалаберностью ты мешаешь мне работать. Возьми план, который я для тебя написал. Людей, часто обращающихся с просьбами, я тебе, конечно, охотно помогу, но раз в квартал, не чаще. Дурной запах от одежды, это мешает воспринимать человека как дитя природы. Авторитарность, не дави на меня, я и сам прекрасно умею это делать. Неестественность, все, что дала природа, должно быть в человеке сохранено. Людей, обижающих слабых, вовне гипертрофировано чувство справедливости. Авангардизм, имеет право на жизнь только то, что проверено веками и одобрено миллионами людей. Однообразие, люди должны постоянно удивлять. Как только овны перестают удивляться при общении, они тут же ищут себе новую игрушку. Воспоминания о прошлом, овен устремлен вперед, а чужие воспоминания для него – ненужная информация. Телец. Тельцам неприятны люди, которые не разделяют их взгляды на жизнь. А еще их бесит, чужое давление, не говори мне, что делать, и я не скажу тебе, куда идти. Нетерпеливость. Не торопи меня, я сам собьюсь. Отсутствие стиля. Одежда должна создавать образ, а не просто прикрывать наготу. Скучные собеседники. Тельцам проще проявить себя с теми, у кого подвижный ум и не менее подвижный язык. Люди, старающиеся их переговорить. В споре рождается истина, а тельцам не всегда это нужно. Растительность на теле, пещерные времена давно прошли. Излишняя подвижность, не мельтеши у меня перед глазами, лучше займись чем-то для меня полезным. Суетливость, тише едешь, дальше будешь, и вообще, суета под клиентом убивает достоинство. Часто болеющие люди, за них же что-то надо делать. А тельцы ленивы. Проявление чувств, телячьей нежности, как ни парадоксально, приводит тельцов в ярость. Близнецы. Близнецы не любят, когда их пытаются затмить. Театр одного актера – это их стихия. А еще их раздражает. Неуважение, близнецы должны быть в авторитете. Глупость, с дураком, скучно. С умным, противно. Заторможенная реакция, не тупи, а то отстанешь. Люди, указывающие на недостатки близнецов, близнецы идеальны априори. Это не обсуждается. Чужие рассказы им самим есть, что сказать этому миру. Люди, достигшие больше, чем они сами, выше близнецов только горы. Условности и рамки, не загоняй меня в угол, а то я тебя там и нужное вставить. Скрытность, ты мне все расскажешь. Сам, или помочь. Отсутствие реальной силы, те, кто слабее для близнецов, люди второго сорта. Правдивость, близнецы терпеть не могут слышать о себе правду. Раки. Раки склонны к некоему ханжеству, поэтому у них это сильно проявляется в отношениях с людьми, показная роскошь, скромненько, но чистенько, лучше, чем чудо в перьях. Неухоженный дом, раки обожают свое жилище, поэтому им претит, когда кто-то относится к домоводству безответственно. Откровенность, мне не нужны твои секреты, все равно я тебе в ответ ничего не скажу о себе. Просьбы хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам, а меня не доставай. Люди, заставляющие раков спешить. Задом наперед раку как-то сподручнее двигаться. Быстрое решение, ракам надо все обдумать, и только потом что-то решать. Или не решать. Обгоны на дорогах, это заставляет раков совершать маневры. А они так не любят маневрировать. Причем не только за рулем автомобиля. Необязательность, пообещал, сделай, а то накажу. Прилюдные объятия, и чего обнимаются. Вот в наше время громкий смех. Бурное проявление радости не пристало степенным ракам. Поэтому это раздражает в других. Львы? Львов крайне раздражает откровенная ложь, им претит, когда их считают глупцами. А еще их бесит, отсутствие чувства юмора, все должны смеяться над шутками львов. Жалобы на жизнь, можешь что-то изменить, измени, не можешь, не ной. Жадность, щедрые львы вправе ждать от других такого же отношения. Прикосновения посторонних, не для царских особ терпеть близость плебеев. Люди, ставящие их в зависимость, кошка, гуляющая сама по себе, в неволе не живет. И не размножается, во всех смыслах. Ревность, любишь льва, львицу, доверяй, не доверяешь, ищи другой объект для любви. Грубость, нахамить львы и сами могут.
Неурочные звонки, личное время для Льва, свято. Он сам планирует, кому и когда позвонить. Девы. Девы не прощают ни аккуратности ни себе, ни другим. Они могут перестать общаться с человеком, если у того дома бардак. А еще им не нравится. Волосы на щетке для волос, ни на своей, ни на чужой. Грязная, нечищенная обувь, обувь для девы, это зеркало души. Негостеприимство, двери девы всегда открыты для друзей. Житейская мудрость, дева всегда все знает лучше всех. Любопытство, захочу, расскажу, нет, и не суйся. Плохие зубы, это вызывает в деве чувство брезгливости. Навязчивые дети, шумно, отвлекает от мыслей и вообще, мамочка, заберите свое чадо, оно пачкает мне одежду. Дешевый парфюм я, конечно, предпочитаю видеть, чем дышу, но не до такой же степени. Люди, угощающие их дешевой едой, желудок у меня один, и не буду я его травить всякой гадостью. Люди, навязывающие им секс, чем больше ты от меня хочешь, тем меньше получишь. Весы, весы дружелюбные и милые, поэтому их выводит из себя грубость и нарочитая жестокость. А еще их раздражает, неопрятная и немодная одежда. В доме может быть бардак, но обертка должна быть высший класс. Люди, ставящие их перед выбором, весы и так постоянно во всем сомневаются, а когда их еще и выбирать заставляют, так и свихнуться недолго. Дешевые забегаловки, ниже моего достоинства соглашаться на пельменные и пирожковые. Копеечные подарки и маленькие букеты, покажи, как ты меня любишь, если тебе на меня жалко денег, значит, твоя любовь – лишь слова. Равнодушие, меня такого, такую замечательного, нельзя не любить. Люди, заставляющие их что-то делать, обоснуй, почему я, или сделай сам. Уродство во всем, в лицах, в душах, в интерьере, в природе. Мир должен быть прекрасным. Споры среди спорящих один дурак, другой – подлец. Не желаю быть ни тем, ни другим. Люди, мешающие весам жить так, как они хотят, это моя судьба, и только мне решать, жить или умереть. Скучные люди, весам нравятся, когда их развлекают. Скорпионы. Скорпионы – люди, чуждые какой-либо дисциплины, поэтому их раздражают те, кто пытается призвать их к порядку или взывает к их совести. А еще им претит. Поверхностность – скорпион всегда стремится докопаться до сути. Другой вопрос – в чем он эту суть находит? Неумение отомстить, уж он-то никогда не спустит обидчику. Кто прощает, тот слабак. Люди, не разделяющие его мнение, есть только два мнения – мое и неправильное. Доктора, скорпион всегда сам знает, как и от чего его надо лечить. Лицемерие и ханжество, если люди подвержены порокам, этим надо пользоваться, а не осуждать чужие слабости. Критика, не обсуждай мои поступки, следи за собой. Отсутствие веры, неважно во что, в Бога, в фатум, в космос, в деньги или в собственное могущество. Рефлексии, делай, что должно, и будь, что будет. Мягкотелость, не жалей других, потому что тебя никто не пожалеет. Мечтатели, скорпионы сами ставят перед собой реальные или нереальные цели и добиваются их. Несмотря ни на что, поэтому их так раздражают те, кто вместо постановки целей занимается строительством воздушных замков. Стрельцы. Стрелец привык быть душой компании, поэтому он не терпит тех, кто перетягивает одеяло на себя. А еще их бесит чужая осведомленность, во всех вопросах у стрельца должно быть право первого голоса. Оно же и последнее. Чужая красота, рядом с женщиной-стрельцом обязательно должна быть менее привлекательная подруга, но не уродка, а рядом с мужчиной-стрельцом, друг не с такой обаятельной улыбкой. Невыполнение обещаний, обещал, женись, а иначе хуже будет. Никчемность, я дам тебе удочку, а рыбы ты налови сам. Скука, если мне с тобой не весело, значит ты не достоин моего внимания. Некрасивые люди, стрелец, великий эстет, ему нельзя на некрасивое смотреть, сразу черствеет душой. Нелюбовь к животным, домашний питомец для стрельца, как визитная карточка, с этим человеком можно дружить. Индивидуальность стиля, ты не такой, как я, значит соперник, соперница. Чужие советы, он сам раздает советы направо и налево. В основном, налево. Независимость, если стрелец не может на кого-то повлиять, он начинает активно ненавидеть этого человека. Козерог. Козерог ненавидит бездействие, его раздражают люди, которые даже не стремятся улучшить свое положение. Социальное и материальное. Соответственно, его бесит. Низкое положение, не сумел ничего добиться, недостоин уважения. Отсутствие показателей статуса, есть деловые успехи, демонстрируй их. Машина, дорогие часы, наклейки на чемоданах, все, что говорит о достижениях, помогает добиться еще более высокого статуса. Отсутствие четких целей, козерог не любит тех, кто не может сформулировать, чего же хочет от жизни. Посягательство на свободу,
Ты окольцуешь меня только тогда, когда мне это будет выгодно. Навязывание приоритетов. Не надо говорить мне, что важно, а что нет, иначе ты автоматически попадаешь во вторую категорию. Непредсказуемость. Все должно быть распланировано на 100 лет вперед. Если кто-то нарушает планы Козерога, он может и на рога поднять. Вмешательство в дела. Богу – Богово, Кесарю – Кесарево, я не лезу к тебе, ты не лезешь ко мне. Влюбленность. Чужая любовь к Козерогам не столько льстит, сколько пугает, а соответственно и раздражает. Так как грубо вторгается в их планы. Многословность. Если Козерогу захочется услышать чей-то голос, он послушает свой, то есть поговорит сам. Лень. Либо трудись наравне со мной, либо не мешай. Водолей. Водолей больше всего ненавидит насилие и принуждение. От людей, которые их что-то заставляют делать, представители этого знака бегут как от огня. А еще им претит. Предательство. Многое водолей прощает близким, но, узнав о предательстве, замыкается, часто рвет отношения, без права на восстановление доверия. Ограничение свободы действия и выбора, не будь барьером на моем пути, тебя смогу я обойти. Или переступить. Рутина – смертельный враг водолеев, они чахнут, скучают и начинают творить глупости. В первую очередь от этого страдают те, по чьей вине водолеи погрязли в однообразии. Напоминание о недостатках – я сам знаю, что не безгрешен. А вот ты права не имеешь мне о них рассказывать. Пыль и шерсть – водолей часто, аллергики, поэтому весьма болезненно реагируют на посещение домов, в которых царит грязь. Обольщение – не принуждай меня к сексу, все равно я тебе не верю. Заемщики, сам живу на свои. Крики под окном, когда им мешают спать, водолеи убить могут. Консерваторы, водолеи, прирожденные экспериментаторы. Все, кто им мешает двигаться вперед, становятся не оппонентами, а врагами. Люди, не верящие в иррациональное, если ты не видел НЛО, не значит, что я его не видел. Рыбы. Для рыб основной раздражитель – необязательность. Обманутые надежды и ожидания могут стать причиной серьезного конфликта. А еще им не нравится, игра в одни ворота, я сделаю для тебя все, что угодно, если ты ответишь мне тем же. Ложь по мелочам, интуиция рыб работает бесперебойно, поэтому даже малейший обман приводит их в бешенство. Не веря в их слова, рыбы будут с пеной у рта доказывать свою правоту, даже если сами не уверены в том, что говорят. А вот те, кто сомневается в их словах, становятся чуть ли не кровными врагами. Минут на 40, приблизительно. Пьянство, с огненной водой у рыб отношения сложные, поэтому если они не злоупотребляют сами, то терпеть не могут выпивших, а уж тем более алкоголиков. Нежелание работать с ними наравне, отголоски коллективизма. Отсутствие знаний, если с тобой ни о чем говорить, не занимай мое время. Неразделение чувств, если я тебя люблю, ты просто обязан ответить мне тем же, а иначе, зачем на земле этой грешной живешь? Грязная посуда, посуду надо мыть тогда, когда она грязная, а не тогда, когда хочется. И хоть ты тресни. Совы, рыбы, как правило, привыкли рано вставать, а непохожесть раздражает. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.